Добрый день! В этом видео мы решили ответить на самые часто задаваемые вопросы по трассотиче поиску. Какой гарантийный срок на оборудовании? Гарантийный срок на те трассы поисковое оборудование, то есть кабель-искатели, трассы-искатели, течи-искатели, составляет 24 месяца. Исключение составляют комплекты с приемником АП-017. В этом случае гарантийный период ограничивается 12 месяцами. Также, если вы приобретаете какое-либо оборудование дополнительно, гарантийный срок также ограничивается 1 годом. Вышел из строя прибор. Как отправить его в ремонт? Ремонт вышедшего из строя оборудования осуществляется у нас на предприятии. Поэтому вам необходимо подготовить посылку с неисправным прибором и отправить ее любой транспортной компании к нам по адресу Московская область, город Коломна, улица Октябрьской революции, дом 406. Кроме этого, вам необходимо подготовить письмо на фирменном бланке вашей организации с просьбой провести ремонт, описать, как и при каких обстоятельствах выявилась неисправность, оставить контактные номера сотрудников, которые могли бы ответить на вопросы, связанные с неисправностью и ремонтом. Оригинал этого письма с копией паспорта на прибор необходимо будет положить в посылку, а скан письма отправить нам на один из адресов общей электронной почты Sales Technas или Marketing Technas. Какое оборудование посоветуете для выбора кабеля из пучка? Для решения такой задачи, как выбор кабеля из пучка, мы рекомендуем использовать комплект с трассировочным генератором. Например, это могут быть комплекты с генератором АГ-105, такие как Успех АГ-428.15Н или, например, Успех АГ-309.15Н. Для непосредственного выбора кабеля из пучка необходимо дополнительно выбрать один из следующих датчиков. Например, это может быть малогабаритный датчик МЭТ-127, индукционные клещи необходимого диаметра или накладная рамка. Важно отметить, что предложенные варианты оборудования, помимо возможности выбора кабеля из пучка, также позволяют решать и другие задачи. Например, проводить трассировку кабельных линий, в том числе находящихся под напряжением, определять места повреждения кабельных линий индукционным способом, обследовать местность на предмет наличия подземных коммуникаций. Какой прибор подойдет для определения наличия силового кабеля, кабелей связей или трубопровода? Для ежедневной работы по определению наличия нагруженных кабелей под землей вам будет достаточно использовать наш кабель-искатель без генератора. Например, Успех КБИ-309Н. Прибор имеет две частоты 50 и 100 Гц, а также два диапазона широкой полосы на выбор. Для того, чтобы иметь возможность обнаруживать обесточенные кабельные линии или любые металлические трубопроводы, мы рекомендуем использовать комплект с генератором. Например, трассоискатель Успех АГ-309.15Н. Посоветуйте недорогой течеискатель. В качестве недорогого акустического течеискателя рекомендуем рассмотреть комплект «Успех АТ-407Н». Поиск места утечки осуществляется следующим образом. С помощью акустического датчика, находясь над поверхностью трубопровода, мы определяем точку с максимальным уровнем сигнала. Уровень сигнала отображается на дисплее приемника, а также можно ориентироваться на звук в наушниках. С какой точностью определяются координаты GPS GLONASS в комплектах с приемником АП-019.3? Согласно документации на GPS-модуле, который мы используем в своих приборах, в идеальных условиях каждая полученная точка с вероятностью 50% будет находиться в круге радиусом 2,5 метра относительно реального положения прибора и с вероятностью 93% в круге радиусом 5 метров. Что посоветуете для нахождения пластиковых труб газовикам? Одним из самых популярных комплектов для работы как с металлическими, так и неметаллическими трубопроводами является комплект Успех ТПТ-522Н. Отличительной особенностью комплекта является возможность трассировки пластиковых трубопроводов с помощью входящего в состав ударного механизма УМ-112. Устройство создает звуковые сигналы в трубопроводе, которые фиксируются на поверхности с помощью акустического датчика.
Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте в соответствующих разделах. Подписывайтесь на наш канал и смотрите первыми новые видео о наших приборах.